Гости Республики Дагестан все чаще выбирают экологические туры либо культурно-познавательной или этнографической направленности, так как в нашем регионе много памятников природы, богатая история и культура. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. Помимо этого, гости республики также предпочитают и пляжный отдых, ведь погодные условия позволяют купаться в море, а также заниматься экстремальными видами спорта. Вместе с тем, большую популярность набирают сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, где туристы могут поучаствовать в ловле рыбы, приготовлении местного сыра, сборе урожая и многое другое. Отметим, что аналитики прогнозируют этим летом большой поток туристов – более 700 тысяч человек.